Всем привет, как настроение? На связи Рэй, и сегодня поиграем с вами в Warrior Rise to Glory. Так, называемся Рэй. Так, ну что? Ага, давайте выберем прическу. Вполне. Борода, нет, не очень. Давайте чем-нибудь с усами, ну не такие. А вот такие возьмем. Так, глаза зеленые не катят. Давайте красные, мы злые просто-напросто. Готовы всех размазать здесь. Тело. Так, ну нет. Давайте обычное смугленькое тело возьмем. Вот такое. Татушки. А что ты лицо-то отворачиваешь? Эй! Будущий воин. Повернись к хозяину. Покажись. Ладно, пускай таким и будет. Ну что, давайте приступим, глянем. Так, что здесь такое у нас? Вперед. Мы, ребята, буквально пробежимся мельком, просто глянем, что она себе представляет. Так, напоминает мне этот бои, как там, воины и сандали. Что-то типа того, похоже. Так, пошаговое написано, да, значит? Ну, давайте приступим. Подобрались к нему поближе. Ударчик. Это что такое было-то сейчас? Я сейчас не понял. На, танцор диско. Ну что, давайте его добьем колышком его. Это что такое? Это что он сейчас сделал? Не, я в принципе знаю, что сделал, но для чего? Не пойму, это игра с юморком, что ли? Так, 6 очков у нас есть. Давайте потратим на силу. Так, это что у нас такое? Регенерация и атака, да? Вполне сойдет. Здесь что? Так, как начать-то? Я чуть не врублюсь. Не пойму. Где начало-то? Тут все расставлено, расставлено. Ага, арена. Наверное, дуэль надо поставить. Давайте проверим. Ну да, все верно. Омер. Какой-то у нас... Ну что ж, давайте проучим этого Омара. Пускай упадет в обморок. На-ка, ударчик. Опа-на. Парировал мою сильную атаку. Это что такое? Что это такое? Ты киморнул, что ли? А еще если... Ох ты смердячий пес! Дай-ка я киморну и пропишу тебе. Блин, надо подойти, чтобы прописать. Так, у него всего-то 5 хп. Но если мы проиграем еще, это будет вообще великолепно. Сдохни, мразь. Так вот. Ну что, опять пердешь в нос или как? Так. Мерси. Помиловать. Понятно. Помиловали, значит, мы его таким образом. Ну, продолжаем. Получили с вами второй уровень. Ничего нам особого не дали. Никаких очков, ничего, да? Продолжаем дуэль. Ну, блин, зеленая мочалка к нам пришла. Ну что ж, давайте подотремся ей. Как говорится. Опа, ничего себе ты. Не припухли, зелень. Выкуси, сопляк. Так, 7 хп всего. Всего. Угомонись. На-ка, в печень, пику. На, пинка. Че, я смотрю, тебе весело слишком, да? Танцуешь, что у меня здесь. Да, видно, ему очень весело. Надо немножко проучить его. На, в печенку. Подожди, а почему у него опять хпшки все осталось? Не понял я что-то юмора. 7 хп ж вроде было у него. Че это случилось такое? Что-то я пропустил этот момент. Так, я ничего не могу сделать. Мне надо поспать, да? Стамина кончилась. И это типа. Придется спать, блин. Так, а он отошел сам от меня. Ну, мы еще кимарнем. Что он делает? Я не врубил. Не, я понимаю, что он танцует. Это он меня дразнит, что ли, или что? На-ка. Нет, сильный удар, это вообще не катит.
практически все его парни. А мы что, так и будем с этими палочками бегать? Нам не дадут ни меча, ни доспехов, ничего. Ты заколебал же тут, танцор диско. Подойди сюда и дерись как мужик. Пидорас, а. На, блин. Не заставляет за ним еще ходить, а? Просил себе, блин, на голове какую-то хрень. Так, мы хорошо парируем. Ох, ё-ё-ё, тихо-тихо, щенок. Заколебал ты уже своими плясками. Смотри, веселая жизнь у тебя тут. Так мы ее сейчас подпортим тебе. А как тебе? Нормально. Приголубил, так сказать. Выкуси. Ага, он тратит ход за то, что подходит ко мне. Ладно, это мне даже выгодно. Да ты задрал уже, Али. Чмошник зеленый. Блин, ну это неспроста же он пляшет. Что ты это делает? Знать бы только что. У меня такого лично почему-то нету. Он еще успевает и покемарить, а? Ё-моё, ребят, я проигрываю. Еще и пинка мне. 6 хп у меня осталось всего. У него 9. Мне 5. Ну, я чувствую, я здесь проиграл уже. На-ка. Может, еще разок убить, а? Пускай сам подходит. 5 свои пляски начинает. Ну что, 5 и 4, да? У меня 4, 5. Подожди, а то, что я поспал, мне восстанавливает жизнь, что ли? Опять я этот момент пропустил. Да? Ребят, мне единичку добавляет за то, что я отдыхаю. Хрен тебе, зеленоволосое чмо. На, иди отсюда, блин. Подходить-то неохота к нему, а? Да, ё-моё, я так и думал, что звезданет. И это называется крит? Одно очко, крит. Ну все, нарвался бы там. Если я сейчас промахнусь, я проиграл, ребят. Так, что? Давайте-ка мы не будем его жалеть. А первого возьмем. О, вот это эпично было. Вот это мне понравилось даже больше, чем перейдешь в нос. Так, я получил 3-й уровень. Это радует. Ух ты, и 5 очков еще добавилось мне. Так, ну что ж, давайте тогда на атаку, наверное, да? И на защиту. Вот так будет изумительно, я думаю, да? Так, ну что, продолжаем дуэль. И дают нам шей. Тоже 3-го уровня. Думаю, не должно возникнуть никаких проблем с этим щеглом. Что тут мне пишешь? Так, мне добавилась какая-то новая обилка. Мускулы. Ага, ребят, вот они, значит, танцор. Мне добавился танцор. Наверху растет шкала чего-то. Зеленая, я не знаю, может для какого-нибудь суперудара или еще там что-нибудь. Ну добей ты его, у него... Бля, какого хрена у него опять 22 жизни? Он же сейчас только что сдох практически. Как это он так сделал себе? Я не понял. Хм. Блин, подходить что ли придется, да? Давайте здесь постоим. Опа, мимо. Мимо. Выкуси его. Так, вот получается что? Получается, что он себе каким-то макаром восстанавливает жизнь. Не врублю, как он это делает. У меня такой возможности пока нету. Но вы не забывайте, что у меня под буковкой П еще свободное окошечко. Видимо, это будет потом. Вот это он кританул, а? Да, нежданчик, ребята, что сделает? Блин, да пошел ты, маразматик хренов. Так, ладно. Нет, давайте take deal. Переиграем, как говорится. Ну что ж, не будем долго засиживаться. О, 4-го уровня, ничего себе. Этот-то паренек, смотрите, в доспехах. А я с кем играю? Я с компьютером играю или с реальным оппонентом? И у него ножичек уже в руке, в отличие от моего
от моей заточенной палочки. Ну че, чувствую, что я здесь проиграл. На 4 ударил. И жизнь у него, посмотрите, 41. И у меня 14. Не, ну ясен перец, здесь я проиграл по-любому. Но у нас было это видео как познавательное. Мы посмотрели, поглядели. Можем, в принципе, тоже ее периодически поигрывать, если будет такое желание у кого-то. Так. На-ка. Нет, это бесполезно, ребята. Он мне сейчас с удара накроет, просто-напросто. Смотри. Оп, а нет, он меня откинул. Ну ладно. Что же вот это вот делает? Пляска. Не пойму. Промахнулся. Reload up. Что за reload up? Да, на 8 крит. Ну что же, ребята, всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока. You can't stop bouncing.